Так, плотная пленка со строительного магазина. Нарисован блок. Раза 3-4 прошла со смещением разных точек для того, чтобы выставить четко. Прошла транзитом. И потом, когда я уже уверилась, что все получилось, как у меня задумано, запускаю на семерочке, чтобы не пробить сильно рисунок. Тут видно, что нижняя точка, угол пустой треугольника, поэтому я транзит пускала для того, чтобы точку угловую сместить аж вот в это место. Получился рисунок, который я потом вырежу и по этой пленке буду выставлять точки, прикладывая рисунок на квилт, ну и выставляя его так, чтобы он не задел мне ненужные области. Вчерашний шаблон сделала и выставляю его по точкам. Очень отсвечивает пленка. Так. Ну, в принципе, вот здесь, видите, заходит это хорошо. В принципе, все стоит. Так, теперь машина. Запускаю. Запускаю. Окей. Так, вчера я проверяла. Точка смещена. Установила шаблон и закрепила булавками. Теперь выставляю точки, те, которые я определила. Нижние. Верхний угол. И вот здесь немножко такое смещение. Две нитки. И убираю булавку и шаблон. Так, запускаю. Тянула, перетянула, запускаю. Так. И мы вышиваем. Хорошо стало, здесь хорошо стало. Розочки здесь, розочки здесь. Отлично становится. Здесь зашло на фоновую часть, так что все красиво, я так и хотела. Машина остановилась, останавливаем и смотрим. Везде все красиво, по всем точкам вся красота у нас стала на место. Вот такой вот пирожок.